Нет денег на зарплаты, заберут яхту. Подрядчик космодрома «Восточный» погасит долги за счет продажи судна. Но, правда, все равно не хватит. Ее стоимость 34 миллиона, а должна Тихоокеанская мостостроительная компания своим сотрудникам почти в 4 раза больше. Вообще, эта компания была одной из крупнейших дорожно-строительных организаций на Дальнем Востоке. Проблемы с деньгами у нее начались в прошлом году. Пришлось разрывать договоры подряда, а бывшее руководство стало фигурантами уголовных дел.